Друзья, всем привет! Хотел бы сказать большое спасибо вам за то, что вы присылаете нам проекты, на которые мы делаем обзор. Сейчас очень много работы, и, к сожалению, искать проекты не предоставляется возможным. Вот, давайте посмотрим, что вы прислали и какой обзор мы сегодня подготовили. И перед тем, как начать, недавно, недавно мы смотрели вот такой вот проект, назывался он «Банана Коин», и наш вердикт был «Скам». И вот сегодня мне прислали вот такое вот сообщение. В России впервые возбуждено уголовное дело против организатора мошеннического ICO. И вот этот вот самый коин И знаете, на этой неделе мне подобных сообщений приходило несколько. Не знаю, видимо, какая-то случайность, но тем не менее. Итак, давайте посмотрим первый проект, который сегодня мы будем смотреть. Называется он Neurogress. Команда воспринимает блокчейн как способ привлечения финансов, причем вызывает уважение наличие прототипа, а, оговорюсь, правда, что к блокчейну он пока не имеет никакого отношения, и продукта довольно-таки, с моей точки зрения, приличного. Есть контракт с заморозкой доли токенов, выпускаемых для команды, есть условия для ранних инвесторов. Так, вот он, собственно, непосредственно код. <coughs> Есть условия для ранних инвесторов, но нет софткапа и нет баунти. Ну и традиционно, конечно же, нет escrow. Но не хочу торопиться с выводами. Скорее, скорее не скам. Скорее не скам, но как проект для блокчейна немножечко так вызывает вопросы. Следующий. Проект называется Генезис Found. Очередной скам. Проект по управлению недвижимостью, не прототипа, ни смарт-контракта. Ну, вывод очевиден. Хотя продажи еще не начались, но, но тем не менее. Дальше. Проект Zero State. Согласитесь, очень странно, имея в команде евангелиста блокчейна, а вот здесь вот так именно и написано, вот Сергей, тезка, блокчейн-евангелист до мозга костей, <coughs> не иметь в собственном репозитории проекта ни строчки кода. Да, ну, вы можете сказать, что продажи еще не начались, но зачем? Зачем тогда набирать инвесторов в white list, если э, не готовы ничего, э, что должен иметь проект для выхода на блокчейн? Ну, для меня лично вывод э, очевиден блок, э, проект SCAM. Дальше. Э, проект EtherSport. Э, по просьбе фаундеров мы еще раз проверяем этот проект. И вывод э, сможем сделать после проверки того, как платформа отработает наш тикет. Это произойдет 16 марта, так что э, подождем. Ну, а пока, а пока оценим контракт. По сравнению с прошлым разом... Так, да, я смотрел. По сравнению с прошлым разом прогресс очевиден. В контракте есть э, даже прототип платформы, так что ну, я более чем удовлетворен. Если бы вот еще... Э, были соблюдены условия проверки KYC, так вообще было бы цены, наверное, данному проекту не было, но тем не менее, ну, можно попробовать лица Следующий проект. Называется он SSR. При довольно спорной идеи платформы нужно отдать должное разработчику. Контракт написан. Контракт э, написан прям как я люблю. Есть все, кроме искрового. Но это общая болезнь. Ну и удручает отсутствие прототипа. Низкам точно, но не до конца продуманный. Дальше. Дальше у нас нами трейд. Э, вчера один из наших друзей попросил рассмотреть данный проект. Вот честно вам скажу, я залип, наверное, ну, минут на 40. И знаете, это не мудрено. Э, в контракте, контракте э, 1400 строк. Вот. Э, Контракт со сложной аукционной системой выставления цены за токен. И лотереи с выигрышем э, тем, кто угадает цену. Вот э, именно вот такие проекты двигают технологии. Но, к сожалению, сложности восприятия они ну, все-таки, наверное, отпугивают инвесторов. Я подожду так же, как и тот, кто просил меня об этом анализе этого проекта. Ну, а дальше посмотрим. Следующий проект. Называется он Чер. Для Команды победителя Хакатона наличие идеи и минимального продукта, наверное, кажется достаточным. Но, но не нам. Для токен сейл нужен смарт с условиями. Как бы хорошо я не относился к идее благотворительности, но какие-то гарантии, что средства пойдут на благое дело, все равно должны быть. Друзья, или у вас какое-то другое мнение? Вот. Ну и заключительный на сегодня проект. Называется он X chain Честно говоря, оценивать и анализировать по сути нечего. Кроме картинок ничего нет. Поэтому, поэтому в топку. Вот на этом все. Сегодня все. Присылайте ваши заинтересовавшие вас, точнее, проекты. Будем делать на них обзор. Всего доброго и до новых встреч.